привет, начинаем разбор песни. Сначала показываю правую руку. Поехали. Озвучиваю ноту и показываю одним пальцем. Нотка ля. Ми, ми, соль, соль, ля, ля, ми, соль, ля, соль, ля, си, ля, ля, соль, ля. Еще раз показываю. Идем дальше. И покажу одним пальцем, озвучивая ноты. Ми, соль, ля, соль, ля, си, ля, ля, соль, ми. Соль, ля, соль, ми, ре, до, ля. Еще раз покажу. Еще раз сыграю вам полностью куплет правой рукой. Мы посмотрели. Сейчас давайте разбираем припев. Покажу одним пальцем. То есть сначала только правой рукой, потом покажу одним пальцем. Итак, поехали. Какие ноты? Ми, ми. Дальше. До, ре, ми, ре, ре, до, ля, ля, до, си, ля, соль, ля, ля, ля. Еще раз. Последний массив, он очень похожий, то есть точь-в-точь вторая половина куплета. Здесь то же самое, они очень похожи. То есть они одинаковые. Первая половина куплета, то есть вторая половина куплета и вторая половина припева, они одинаковые. Правую руку разобрали. Давайте теперь покажу левую руку. Левая рука начинается с ля минора. Два раза играем ля минор. Дальше соль мажор. И обратно ля минор.
Дальше опять два раза ля минор. То есть не два раза, а один раз. Прошу прощения. Дальше соль мажор. Тут уже соль мажор мы играем два раза, да? Еще раз играем. Итак, вторая половина припева, то есть куплета. Один раз ля минор, два раза соль мажор, и потом мы спускаемся на до мажор. Дальше до мажор остается. Два раза играем до мажор. Далее идем на ми септаккорд и ля минор. Еще раз играем вторую половину куплета. Еще раз покажу вам куплет помедленнее. Так, куплет разобрали, давайте смотрим припев. Тут у нас ля минор остается. Дальше, после того, как мы два раза нажали ля минор, мы поднимаемся на ми септный аккорд. Два раза ля минор, один раз ми септный аккорд и ля минор. Один раз. Дальше идем вот ля минор остается, да, потом соль мажор и ля минор. Еще раз. Далее у нас вторая половина припева точь-в-точь, как вторая половина куплета.